Привет, Сони. Тами! Как обжился на новом месте? Да-да, я понимаю, отличное райское место для комфортной РП-игры. Надеюсь, ты уже ввел мой промокод. Ну и типа этим сейчас и занимаюсь. Эй, слышь ты, кусок говна вонючего, ну быстро нафиг ввел все промокоды мои, иначе ты не будешь таким же богатым и успешным, как я, мать твою, и будешь таким же бомжом отцом. Эй, Соня, я нахожусь в пиратском городке Вайсити, а сервер-то находится в Сан-Андрес, на GTA сам. А меня это не колышет, Томми! Быстро собрал манатки и переехал в Сан-Андрес! Нет, Сони. Путь слишком долгий. Путь будет еще дольше, если ты будешь сидеть на месте! Да, я знаю, мы учились вместе, но я начну с твоего ануса, закончу твою семью, мать твою! Подожди, Сони. Я все понял. Я зарегаюсь на Аризоне GTA сам. Введу твой промокод HIC на 6-м левеле и получу 200 тысяч. Ой, как же долго я тебя лечил, Томми. Какой же ты все-таки малый и глуп. Ты же не понимаешь, что если ты не ведешь его, то не получишь столько же денег, сколько у меня сейчас лежит на столе, сука, перед моим же носом. Ты еще маленький и глупый, мой мальчик. Маленький и глупый. Не хочу быть глупым. Всем привет! И под прошлым роликом вы набрали кучу лайков, и я решил сделать нечто подобное и в GTA Vice City. Тем более, реально есть что вам показать. Ну а перед началом ролика вы видите, что Томми разбивает парковочные столбы с баблом. А я хочу вам напомнить, что One Weeks, множество спортивных дисциплин, быстрая работа сотрудников, мгновенные выплаты, а если ты ведешь мой промокод, тебя ожидают крутые бонусы. Как получить бонусы, можно найти под видео. Ну а Томми пускай дальше занимается этой ерундой. Ну а мы начинаем. Томми добирается до дома лидера акул, где он подходит к окну его квартиры, чтобы посмотреть, дома ли он. Однако, он замечает Томми с другого балкона и бросается прочь. Томми преследует его по крышам, а затем, когда он садится со своим другом на тачку, он уезжает. В итоге мы должны его преследовать до заброшенного особняка. А что если это все дерьмо собачье? И перед тем, как ехать к его дому, мы забежим в магазин Рафаэла и сделаем небольшой глич с помощью повторов. Все, что нам нужно сделать, так это встать на иконочку «Сменить одежду», и на месте иконочки нужно записать небольшой реплей. Делается с помощью клавиш F2 и F3. Прожимаем сначала F2, а потом F3. И двигаем на миссию. Теперь этот засранец точно никуда не смоется. Теперь во время того, как этот скот начинает убегать, мы его обгоняем на шифте. Кстати, чтобы Томми бежал не уставая, вам следует просто с периодичностью в одну секунду жмякать на кнопочку бега. Тогда вы сможете обогнать лидера акул. Обгоняем его, прыгаем с крыши и жмем F3. После катсцены можем смело выкидывать его подружку из машины. И после того, как акула сядет к нам, паркуем тачку так, чтобы со стороны водителя была стена. Выходим из тачки и снова заходим в нее. Лидер акул садится к нам как обычный NPC, и мы уже сами довозим его до особняка, при этом миновав весь маршрут, который предложила нам игра. Спасти Лэнса от людей Рикардо Диаза. Томми получает звонок от Кента Пола, который говорит, что у него есть ценная информация для него. Прибыв в Малибу, Кент говорит, что Лэнса схватили люди Диаза во время попытки его убийства. Я вообще считал эту миссию одной из сложных когда-то, потому что вечно бесило, что в конце, когда ты перебиваешь всю бригаду Диаза, на выезде из свалки там были какие-то дурилы, которые вечно тебя таранили на своих кометах. Вообще был полный ад. Но на помощь нам приходит вертолет CNN. Прежде чем начинать миссию, позаботьтесь о том, чтобы он у вас был в наличии. И тупо выполняем миссию с помощью вертолета, минуя при этом большинство врагов, а что самое главное, этих тупых собак на кометах, которые жизни вообще не давали. Ух! Get patched up and meet me on the bridge of Star Island, okay? Okay, I got you. Okay.
Ну и следующая по списку миссия идет убийство Рикардо Диаза. После спасения Лэнса Вэнса от наемников Рикардо Диаза, Томми и Лэнс решают убить его прежде, чем он доберется до них. Томми приезжает к особняку Диаза и дожидается Лэнса. Подъехав, Лэнс открывает багажник своего автомобиля, где он хранит оружие, по его словам, на черный день. Взяв ПМ-4, они направляются к особняку. И все бы ничего. Да, это круто завалить ребят Диаза, экшон, все дела, короче, одним словом, кайф. Но такую дыру я не могу вам не показать. Что облегчает выполнение этой миссии на 200%. Все, что нам нужно, это просто упереться и бежать в эту черную балку. И через некоторое время вы попадете в особняк, где стоит и прячется Диаз. Все, что нам остается, это просто убить его и спуститься на первый этаж, чтобы сработал триггер. И вуаля! Миссия пройдена! Пипец! You stupid pricks! Сфотографировать Алекса Шраба в женском белье. Капец. Конгрессмен Алекс Шраб хочет победить в следующих выборах, поддерживая ограничения на киностудию порно. А это очень плохо для бизнеса Томми Версетти. Все, что нам нужно в этой миссии, это следовать на вертолете за Кендалл Сакс и зафоткать Шраба в женских стрингах. Но тема такая, что игра предлагает нам зайти в здание напротив, чтобы снимки получились качественнее. Ага, да, но после того, как мы это сделаем, охрана Шраба нас заметит. И нам выдадут 5 звезд, но вы сами знаете, что в Сити с этим сложно. Поэтому мы не следуем указаниям игры, а паркуем вертолет на козырьке этого самого отеля. И уже оттуда делаем качественные фотографии, избегая при этом всю охрану этого извращенца. Изи полет, изи миссия. Прыгать по трамплинам и включить прожектор. Чтобы поспособствовать запуску фильма, компании Interglobal Films нужна реклама. Стив вспоминает, какие еще в тот день были торжественные мероприятия, лимузины и прожектора. Томми должен найти большой прожектор, чтобы отразить изображение на здании через дорогу. И фиг его знает, как у вас, но я сильно потел над этой миссией когда-то. И все вы прекрасно знаете, что миссия проходится на PCG. Ну да, так-то оно и есть, но только поначалу. Собрав первые 2 маркера, на третий можно забить. И смело спрыгивать с крыши. Опять же, вертолет CNN нас спасает уже в который раз. Садимся в вертолет и тупо собираем маркеры уже на нем. Я не знаю, как это работает, но игра все засчитывает. Да, круто, теперь миссия не такая уж и сложная. Иржан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Вставай, я заебал, на работу пора. Ты че? А на этом данный выпуск подходит к концу. Спасибо тебе большое за просмотр. Надеюсь, мне удалось тебя удивить. И все эти полезные баги и фишки ты будешь использовать в своем прохождении. А если тебе нравится тематика GTA, ты можешь смело подписаться на канал и смотреть другие видео по теме. А с вами был Хик. Всем хорошего настроения и пока-пока.